Всем привет, дорогие друзья, это Орал ТВ, да, это будет первое приветствие, а потом вы слушаете второе через несколько минут. Это просто внеплановое включение, я бы хотел извиниться немного за данное видео, потому что в нем не очень хороший звук. Я буду вставлять данное видео, в котором сейчас это говорю, в любое видео, в котором будут такие проблемы подобного рода. Просто получилось так, то, что я записал не очень качественно, ну, скажем так, звук. Я был сконцентрирован очень сильно на игре, потому что... Ну, в общем, так получилось. И прошу не сильно на это обращать внимание, потому что так вышло. У меня микрофон не очень качественный. Я, собственно говоря, в будущем куплю обязательно новый. Просто нужно время конкретно, чтобы я подкопил какое-то количество средств на довольно хороший микрофон. Вот. Ну, вот в данном видео я попытался обработать некоторыми программами сторонними звук и изгладил его, поэтому местами звук может быть либо полноценный, либо какой-то неполноценный, но там, скажем так, я вырезаю шумы. И, кстати, с этого момента все звуки, которые будут записываться на моем, скажем так, канале, или как это сказать, они будут обрабатываться теперь программой, ну, в общем, не буду говорить название, кое-какой программы, которая убирает шумы. Пока что на первое время, пока у меня такой микрофон. Вот. Поэтому попрошу опять же войти в понимание, в положение и приятного просмотра. Обязательно, конечно же, приятного просмотра. Все. И всем привет, дорогие друзья, это Орал ТВ, и сегодня мы с вами и с моим соком, который купил по скидке, будем проходить 2077 Киберпанк! Лучшую игру всех времен народов 1.04. В общем, версия у нас, ну, это не так важно, начинаем. Итак, в прошлой серии мы получили болта вообще, мы договорились с Дексом, то, что нам нужно выкрасить этот микрочип, который... А еще Виллин предложил нам сделку, но я и послал нахуй, так вот сказал. Иди в жопу. Потому что мы Декса своего пацана не продаем. Мы дружим, мы, в общем, хорошие пацаны. И мы решили сказать Дексу о том, что все-таки такие условия нас не устраивают. И мы идем конкретно честным путем. Зарабатываем репутацию и хотим попасть в высшую лигу. Итак, нам нужно найти, собственно говоря, мы пробрались в... гостиницу. Нам нужно попасть в комнату, чтобы мы, потому что комната открывается внутри, чтобы мы сами не попали и выкрали этот микрочип. Ну и, собственно говоря, давайте продолжим. То есть у нас вот этот чип, посмотрите прошлую серию, как он вообще тут взаимодействовал. Конкретно вот наш люк, шахта, в которую он залезает, и он побежал дальше. Так, мы с помощью камер, собственно говоря, взламываем все это дело. Сейчас. И... Окей. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Вот этот вот чел, он типа... Конкретно вот эта дверь есть, то, что нужно открыть ее. Я вот не понимаю все-таки, как никто не слышит, не видит этого чувака. Он очень сильно громкий, но это нереалистично. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью хуёвый есть болт, камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, давай-ка... То есть нам нужно открыть дверь, но у нас не получается. Во! Что-то вижу. Опять бегает. Этому похуй, да пизды, он там телек смотрит. Вообще похую. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. А что такое нетранер? Резидент заменяет 10 посредственных. Что теперь? Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. Демона. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатилась, он бы не заметил. Да у них, судя вообще по всему, все такие тут ничего не умеют, ничего не слышат. Вы видели, в прошлой серии, если смотрели, там были все, уборщики, не уборщики, мимо них вот этот жук пробежал, похуй вообще. Так, ладно, у меня что-то, кстати, вроде из носа кровь идет, мне показалось. Так, а этот чел, который спит, его надо подорвать, короче. Так. Экран, значит, собственно говоря.
Сейчас все просканируем. Так, во! Отвлечение врагов. Сломано. Он там спит, а ему там, блядь, сейчас уканет, да? Вот, кстати, почему никто до сих пор не придумал такую камеру, которая при приближении не теряет качестве? И чё? Ему насрать? Вызывая сбой в работе устройства, отвлекает окружающих. А ему похуй, он спит, он как спит, так и спал. Ему насрать. Похоже, так. Шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Все понял. Нас еще до сих пор обучают. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Так, Боу, давай, беги, наш пидорасик маленький, маленький жучок. Все что-то мутим туда-сюда, давайте уже к делу-то буквально. Нам этот чип надо... Я думаю, перестрелка все-таки теперь будет хорошей. Теперь переключись на другую. Да понятно, 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 блядь. Угу. Сейчас его подорвет, смотрите. Давайте посмотрим. Он тут какие-то циферки смотрит. Сука. Попался. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Бля, мне сложно представить, что там с ним творит. А, какие-то глюки. Блять, у меня что-то с головой хуйня какая-то. Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ебать, городишко. Здесь, одни сервера стоят. Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару. А я так и знал, они говорили в прошлый раз. А быстрее никак нельзя. В прошлый раз говорили, да все просто будет. В итоге 40%. Опять за гроши работаем, опять пол земли выкручиваем, опять хуйню платят. Да ну чего, пацаны, нет. У нас передышка. Отдохни пока. Смотри, там репутацию дают. Давайте сядем. И попиздим с нашим чуваком. А, даже как так? Думаешь, почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Еринобу Арасака. От хорошей жизни. Это часть плана, по-любому. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? Бля, я все хочу приблизить ебальник к камере. Я вспомнил то, что не на камере. Образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. Мем, помните, да ну нахер. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ну может он повыпендриваться хочется, откуда мы знаем? Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Хер знает. Зачем? Да, действительно, какая разница? Да кого это ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банк? Насрать, если честно, вот мне вот это похуй вообще. Есть какой-то богатый человек? Нет, ну это его дело. Ну пускай. Нам главное чип взять его. Все. Это наше дело. И нам за это заплатят, и мы получим за это репутацию. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Развлекается как может. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Отлично. Перфекто. Шоу начинается. Сейчас будем пиздить. Или пиздить. Эй, Бак, а ты это... Чё, все время была на связи? Она же не слышала это. Слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Да... Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Давай, иди сюда. Или мы поедем одни. Блин, он заходит как бандюган. Иди, не поедешь никакую скорость. Давай, нажимаю. Ну и чё? А, вот. Так, пентхаус. Ну я не знаю, давайте вверх поедем. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьёзно? Сейчас хуйню спутаю. Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно. Ха-ха-ха. Ваш правый.
Он прямо гений юмора, как и я, мультики шутки. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Если Полина... Ребята, внимание, сейф. Блядь, где? Только быстро. А, мы же в этой комнате. Что за спешка? Йори Нобу куда-то исчез. Подойди, так я уже здесь. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Да, все понял. Под полом. Ищите переключатель. Так, сейчас идем, погоди. О! Лунное стекло. Не то. Бля, кстати, зрение охуенное вот это. То, что можно идти куда. Чего угодно, короче, можно идти. Так, давай-ка. Давайте все просканируем, мы узнаем, типа, есть ли тут кто-нибудь или нет. У нас нет времени. Так а я ищу переключатель-то. А где он, нажать на переключатель? А, нашли уже. Он с другой... А, вот он что сюда лез-то. Все, включил. Хотя бы времени нет, то есть, типа, игра идет линейно, поэтому... Что чтобы дальше? Я тупил еще. Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты это так. Интересно, вам выход, что ли, что там у нее? Ой, что только не придумают, серьезно, в этой игре. Я просто хилю, взлом, не взлом. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200... Как будто они узнали, что мы здесь. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йори Нобу идет в пентхаус. Бля! Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Давай. Есть. Еще чуть-чуть, круто. Быстрее. Сука, он идет там, бля. Дай-ка я посмотрю. Да какой же посмотреть, закрывайте дверь на нее. Целостность биочипа. Да, посмотрим, давай быстрее забирай, да. Короче, все. Все, уходим. Все, уходим, заебали, все. Давай, куда идти? Где? Следовать за Джеки. Беги давай, ё-моё. Стоп, он же идет. Йори Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Так, а где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Давай. И нам за это платят 40%? Серьезно? 40% за то, что мы... Она там сидит в этом... Проблема это не решила, Ди. Я в курсе, что проблема не решила. Она сидит там без безопасности, а мы рискуем своей жопой и получаем всего лишь 40%. Мне это не нравится. А мы же, кстати, там этот... Что? Адам Смэша? Охранник? Это тот, вот этот чел, который был... Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Ой. Бак, а нас не видно за этим стеклом? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Это же батя тот его. Император? А там открыт сейф, да, я так понял? Одна ебучая легенда. Шшш. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Они не видят нас вообще через стекло? Просто оно вроде как прозрачное. Хер знает, я бы вышел. Нет, да? Сука, что делать-то, блять? Нас сейчас палят! Нас сейчас палят! Куби вот скуманеды курить ты тадаро. Мерда. А значит, ты уже. Арасака сама. Мада будет чеку гаувати маса. Вот ашино мускуда. Рейна моно, кайшу шимашока. Сука, а если он за этим чипом пришел? Если он за этим чипом пришел, что будем делать-то? Что делать-то будем? Пронесло. У него там спрайт в этой, в чаше. Если бы стоит. Он нас увидел. Он не увидел. Помолчи, окей. Сука, бля, мне вот это напрягает большой слева, который с базукой. Он же тут взорвется. Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Это же тот чел, помните, из мафии. Фрэнк. Похож на него, да? Украли? Хорошо, что тут перевод есть. Диги. Деру, куя, утарер, то. Йоку, ю, даро. Чи
Ой, не надо сюда идти только. Но у него взгляды чисто азиатские. А кстати, мы Эвелин этот чип не будем отдавать, как я понял, то есть у нас с ней контракт разорван, да? Не-не, не смотри сюда. Бля, в чего вы, блядь, все стоите-то именно здесь-то? Идите отсюда, вон, пейте свой этот, что это такое? Аква или как его там, в Пятерочке продается вот эта вот бутылочка. Забыл, как называется. Ненавидели такие, да? Есть. Бля, приблизить хочу, не могу. О, блядь. Если он сейчас убьет его, это будет забавно. Блядь, еще и стекло, а и тут мы, сука, этот, блядь, своим кейсом. Он его убил в натуре, он его задушил. Ты чё, своего батю убил? Еще и ограбили его. Джеки такой, вообще охуел там, короче. Давай, 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 пока вот не знаю, что делать. Нам нужно убежать отсюда. Да почему нас же еще никто не обнаружил? Если бы его завалили, что будет? А Тибак-то чё молчит-то? Она же по наушникам. Хули она молчит-то? Ну все, она его завалила. Я хочу... Хочу полностью заблокировать отель. Бля, ты ёбнутый! Своего отца убил! Кто-то убил Сабуру Арасаку. Хе-хе, кто-то убил! Внимание! Бля, нас тут же заблокировали же! Красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров. Выполнять указания персонала. Быстро он отговорку придумал. А мы-то все засняли, у нас же чип есть. Кстати, мы на этом можем выбраться отсюда. То есть, типа, расскажем ему то, что это он убил его. Ой. А этот боевой робот у нас не убьет со своей базуки-то сейчас? Но мы-то все видели своими глазами, наверное, скорее всего, записали, так что он по-любому теперь в ловушке. Хоть я конкретно не знал, кто это, но, как я понял, это важная шишка найти, типа, поэтому его убийство. Теперь будет коктейль в честь его. Что вообще творится? Ну, убили, блядь. Хиногу придушил Сабуру. Что? Вот, блядь. Собственного папаша. И как раз на уровень-то, как мы выбрали. Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Да не говори. Бак, вытаскивай нас отсюда, быстро. Секунду. Нет, чё? У нас секунды. Сука. Да, есть кое-что. Давайте в окно. В окно? Бля! Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет уже, походу. Нет, 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 вашу мать! Вот я так... Чё делать-то, ёпте? Чё делать-то, ё? Короче, похуй! Сука! Короче, похуй, и ебошу прямо. Бля! Я думал, сработает это, не сработало. Оказывается, видите, можно прыгнуть прямо вниз, я и не знал. Но она открыла дверь-то, чё? Я подумал. Открываю. Давай, давай, еще раз. Скрипт. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Джеки, кидай свой кейс, мы потом его заныкаем где-нибудь. Ти, Санто Пендито. Ти больше нет. Блять! Высшая лига, да?
Доволен, Джеки? Да уж, Джеки реально предал нас. Смотрите, тут есть уступок. О! Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Я вон уже прыгал только что, так что... Бля, как высоко ты. Бля, это травма? Да хуй если знает. Если они за Сабура, то уже поздновато. Так, двигаемся мы сами по себе. Надеюсь, мы выживем. Сука, и как ему, как он сейчас с кейсом дойдет? Ты кто? Да нахуй! Еба! Вот это экшен был! Там, походу, сдох чип, вот смотрите, искрит. О, черт! Еще бы немного! Его пробили! Да, уж пробили! Мадрес! Это херово! Да вообще плохо, ё-мо, ты... Ну-ка! Так... Джеки, ты ранен! Забей пока на меня! Проверь чип! Чувак, ты сейчас сдохнешь, ё-мо, какой чип? Целостность чипа 94%! Ну хотя бы... довольно много! Караху! Минус бабки! Пиздец. Минус деньги. Звони, Паркер. Минус деньги, минус деньги, минус деньги. Звони давай. Ладно, давай. Набираем. Ди, компеки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. А мы же ее предали, нам нихуя сейчас не сделает. Нам нихуя сейчас не сделает нам сейчас. Джеки! 86! 86% и падает. Черт. Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. В смысле? Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... Я даже не знаю, кому, мне или ему. Так кому будет безопасней? Ну, наверное, скорее всего, нам будет, потому что мы-то, скорее всего, не сдохнем. А, это же игра. Далеко. А вот он-то может погибнуть, поэтому нет. А, нет, он сам вставился. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Бля, мозг очистим? Сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Это вот маленькая хуйнюшка в таком кейсе была? Деламейн, ты кто? А, это будь такси. Пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Так, ладно, такси мы вызвали, и то хорошо. Дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. Да все, уж гоним, короче. Так, бухло использовать, отлично. Выпьем сейчас. Сука, не усолось. Давай по-тихому. Давай реально по-тихому, все. Не в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Кто это, блядь? Так, давайте бухнем. Где эти, блядь, пидорасы? Только нам нужно их убить по-тихому, чтобы нас никто не запалил. Подождать возможности обезвредить охранников. Это дополнительно. Блять, погодите. Так а сколько ждать-то, блять? Сука, ждать-то? Да что там такое? Ничего хорошего. Бля. Смотри, я вот этого Лео возьму, короче. Убить. Похуй. Давайте не будем убирать. О, этот уже завалил, нормально. Глушитель нам пригодится. Да, тут глушак есть. Осторожно. Там, наверное, до хера охранников. Погоди, стой, мне надо сначала... Мне нужно сначала взять пушку с... как его... С этим, как его... С глушителем. Так, пистолет-пулемет. Необычные, выпуская снаряды, которые могут рикошетить. Ты как хули? А где глушитель-то? Ага.
Идем. Да-да-да, понял. Так а глушитель-то где? Блять, чуть нас не обнаружил. Код красный написан. Суки. Балкон вроде как сломан. Значит, проверьте еще раз. Блять, тихо. Нам нужно обезвредить его потихой. Блять, не видно ничего. Он стоит. Так, все, он ушел. Понял. Эй, тут камеры. Где? Где камеры? А, надо взломать камеру, точно. Сука, как это делать? Как взломать камеру-то, блять? Как взломать камеры? Взлом протокола. О, матрица. Так, Е9, значит, у нас БД. Все. Отправили такого. Так, все, взломали, все. Вот, блядь, так везде взламывать, хорошо все. Так, выйти из программы. А что вы сделали? Камеру взломали? Смотрите, видите, красный значок тут сверху где-то есть. Значит, тут получается камера где-то. Вот это, да? Это двойные двери. И выполнять указания персонала. Тут все просматривается. Сейчас, сейчас, сейчас. Контроль камер. Выключить. Вот можно вот это вот сделать. Ты кахули? А что это такое? Блядь, в смысле взлом протокола? Я только использовал одну хуйню и ничего не произошло. Так, ладно, давайте взломаем протокол. 1С, 1С. Все установлено. Все, я взломал. Выйди из программы. И чего? Перекомпиляция. Это надо ждать 120 секунд? А, это типа 20 секунд. Нет, понял. Все, все, ай, блядь. Блять, а как, а где... Как мне из таба-то выйти? Из таба мне как выйти? Сеть взломана. Вы можете получить награду за обезвреживание... Так я понимаю, но как мне выйти из таба? Посмотрите, что за баги-то? Я не могу выйти из этого режима. Или-то я сам в виде камеры работаю? Недостаточно памяти. Этого тоже нельзя. Система взломана. Можно замыкание сделать ему. И чё, типа, как выйти-то отсюда? Как выйти из режима камеры? Сука, чё за наебалово-то? Сохраниться невозможно. Что делать-то, ё-моё? Да, блять, я не могу выйти из этого режима! Охуеть, сменить цель, блять. Я нажму на все кнопки, вот это вот. Нихуя не происходит! Пиздец! Чё делать-то? Так а я не могу выйти из этого режима-то! Отменить колёсико! Блять, вот как выйти-то на... А, нет! Это отметить, а не отменить! Сука! Вы видите, что происходит? У меня два режима в одном работают! Да вы заебали меня, реально, заебали. Фух. Пиздец. Пиздец, ладно, сейчас я вернусь и мы продолжим. Просим не покидать. Осторожно. А, ну в принципе мы уже загрузили, все нормально. Поняла. Идем. А чё ты меня тыкаешь-то? Так, В это тачка. Значит, проверьте ещё раз. Я боюсь в таб заходить, потому что меня сейчас опять могут взломать. Я говорю честно, я вам не делал этого. То есть я ничего не заглючил. Оно само заглючило, я ничего не могу сделать. Вот я камеру взламываю, смотрите. Все, мы взломали, вот так и должно быть. А то как в прошлый раз было ничего не понятно. Это бред полный. Как он нас не услышал реально. Убивай давай. Только нам нужно, знаете, как еще сделать? Так, о, пушка. Нам нужно тело куда-то спрятать. Куда-то нам надо тело спрятать. Ну, типа, если мы по стелсу работаем. Вот, кстати, вот она. Вот эта вот кабинка, или как ее там. Нельзя бросить? Ладно, похуй на него, короче. Я бы его не то чтобы скрытно убил, я бы его... Кстати, мы взломали...
камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Давайте вот этого Морфиса убьем, или кто-то сзади, судя тоже какой-то. Все, убивай его. Блять, я хотел убить его, а не шлепнуть им по морде. Взять все. Потом продадим все. Надо выбраться отсюда. Бля! Сука! Ногти. А у меня пушки нет, да, все понял, все понял. Ну все, вам сейчас пизда всем будет. Снаряжение, все сейчас. Нет, не кулаками, вот у нас есть пистолет-пулемет. Погнали! Так бы сразу. Вот, вот этого мы все ждали. Попадание в цель! Да похую тебя вообще. Слышал, кто у нас? Я главный герой, а тебе нет шансов никаких. Все. Пушечка. Пушечка. Е-е-е. В общем, музон пошел. Сейчас всех разъебем. Сейчас мы всем покажем. Чек. Вот, да, сейчас я покажем. Быстро. А это кто такой еще? Убивай его! Блять, патроны кончились! Блять! Как, а как прикладом-то бить? Тоже не объяснили, нихуя! Да ни у кого не жалею, я вам просто собираю весь дроп, если что. Так, стоп! Нам нужно конкретно этот, еще поставить дробовик себе. У нас же дробовик, да, есть? Дробовик, все отлично. Дробовик. Все, 49 патронов, кстати, довольно много. Ну что? Да погнали нахуй! Все. Все. Какой-то слабый дробовичок, но в принципе заебись. Вот этот экшен, вот это я понимаю, вот это началось все сейчас. Разъеб. Разъеб пошел. Да давай уже заряжай уже. О! В жопу попал. Все, отлично. Хорош, да, конечно, Джеки, я тебя люблю вообще нахер. Ну, я точнее имею в виду, мой персонаж его любит. Типа, я сам такой чепчик, конечно, бы не полюбил. Попал! А вот персонаж мой вид не безразличный к Джейку, наверное, потому что мы с ним сотрудничаем, сами понимаете. Получена прочная офисная юбка. Да, я такая еще юбка, которую еще может нормально вам дать. В рожу-то. Вон, смотри, как вылетит. Да, о, еще один, привет, блядь. Мы с тобой раньше встретились. Тихо! А, у нас, знаете, кстати, вейп. Ну, типа, вейп покурить. Да, блядь! Прячься, ты ранена! Да я ранен. Займите. Ничего, у нас есть парилка. Маленькая парилка. Сука, ты заебал меня. А, давай другую пушку. Да опять пистолет, какой пистолет? Во, вот это я понимаю. Лутаем. Блять. Так, у нас еще ПКМ есть какая-то хрень. Бля, это граната была! Кстати, смотрите, тут есть разрушаемость. Он отключен? Да хуй знает, давай посмотрим. Сейчас, погоди. Так, а что у нас? Да. Слышите меня, Коньос? Все, я зашел уже в адреналин. Фу, музон. Куда он выпрыгнул? Ай, блин. Стреляй, это уже. Да тупая китайская развалюшка, да пушку надо было не на ИБЭ покупать. Я понимаю. А чё он залагал-то? Да какого хера-то? Чё за баги такие? О, да. Бля, нахера я беру, если можно даже кнопку использовать? Уже два бага сегодня было в нашей серии. Два бага. Это вам не Леди Баг. Если кто знает такой мультик. Это вам реально баги из этого. Пулемет нам пригодится. Так, взять все. У него универсальный пропуск. Отлично. Убивай его, вот красава. Долбоёб. Что?
Да, его нет больше. 150 лет жил. И сегодня... Именно тогда, когда мы с Кейсом... О, зоопарк. Финита, бля, комедия. Финита, бля, комедия. Это именно про нас. Ой, береги силы. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Да, он шутки, шутками. Ты не грусти, Ви. Шо это, блядь, такое? Скажи, это Тибак. Может, она была бы жива, если бы не стрелял. Её убили? В смысле? Я думаю, просто вырубили. Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как... Всё, давай убивай дверь. Дабстеп играет какой-то уже. Блять, мы выйдем отсюда или нет? Чего мы так едем долго-то? Наконец-то, блядь. Уже встречают нас. Подходите, бляди! Подходите, всех расстреляю нахи! Убей или будь убит! Окей, давай, давай. Огромный урон получаешь ты, мудачьё! Патроны кончились? У меня же их было много! Бля, остался дробовичок, ну ладно. Да что такое-то? Джеки, а вот Джеки-то не выёбываются, как я. Блять, а тут серьезные противники. А у меня только дробовичок. А, граната! Блять, у меня тоже. А в смысле нет патронов? Да какого хера, у меня опять пушки пропали? Что за баги-то такие? Тут есть пушки, все отлично. Блять, да что за херня-то такая? У меня только гранаты остались. Беги, блять, бог. Вы че, у меня только гранаты? У меня только... А, вот вытащить оружие, альт. Я нажимаю этот альт! Да что такое-то? Баганая серия какая-то сегодня. У меня не может быть... Точнее... О! Пушка появилась как-то. Только не та, которая нужная. Да вы заебали уже. Я опять не могу выйти из таба! Я опять не могу выйти из таба! Что за баги? О, вышел. Бля, это просто пиздец. У нас сегодня баганая серия, реально. Сколько мы уже снимаем? 36 минут. Давайте, короче, на этом, пацаны, закончим, потому что сейчас баги. Я буду перезапускаться, мы отсюда, походу, мы не выйдем. Серьезно. Без багов мы отсюда не выйдем. 92 из 200 у меня. А хотя нет, невозможно сохранить игру во время боя. Давайте. Давайте тогда я обрежу, может быть, чуть-чуть. Да, серьезно? Или у меня патрон просто нет, типа, на это все. Тут 12 патрон. А тут сколько? А тут по нулям. Ну давайте типа попробуем. Да, у меня патронов не было, я долбоёб. Давайте... Убей или будь убит! Да давай уже без приколов. Или просто пробежим. Сейчас рванем! Да... Просто пробежим давайте. Сейчас нет времени выёбываться с этими чуваками. У нас есть специальный пропуск. Давай, давай, Джеки, беги сюда. У меня есть пистолет. У них броня большая, я не могу прострелить. Надо будет пушки потом апгрейдить. Давай, давай, давай. Джеки, его прострелили. Бля, Джеки, давай, сейчас не время. Давай, давай, Джеки, иди сюда. Ты, я жду его, давай, заходи уже. Бастард, хотел сказать. Нажимаю, нажимаю. Все. Слушай, можете этот вейп дать? Серьезно, сейчас мне... Бля, даже здесь нас встречают уже. Окей. А, окей. Окей, все, в тачку, пацаны. Все, машину, 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 машину. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй. Давай быстрее вези. Неплохо. Фу, вы. Как дела у вас? Нормально, это сразу отлично. За отзыв. Но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Нихуя себе! Сохраняйте спокойствие. Да ладно!
На, машина разъебана. Бля, это тот чел! Это тот чел! Да вы ебанулись, что ли? Да вы чё? Так. О, пукали. А чё она держит пистолет вот так вот? Ладно, без разницы. Да вот именно, чё они все не умутся-то никак? Ну мы бы нас в любом случае... Да... У меня какой-то пистолет, у меня он яйца держит, баба. Так, ладно, у меня только пукаль. О, один есть. Остался последний, все. Так, 36%. Все, сдох. Еще один. Блядь, давай. Ты молодчина. Короткоствол. Заказ выполнен. У нас получилось, Джек. Все норм. Продолжаем. Так, нам по нам стреляют, что ли? Нет, все нормально. Фу. Так, вези на скриперу. Вези на скриперу, прямо сейчас. Нам нужно себя вылечить этого чувака. Да в смысле? Срать на твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ли. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. У нас будут самые жирные заказы. Мы теперь будем брать только самые жирные заказы. Слышишь меня? Нему что-то хуёво вообще. Да. Ты разбогатеешь, Чика. Да бля, начало игры, чувак! Какого хера ты умираешь? Мы разбогатеем. И я, и ты. Не потеряй ради меня. А в смысле, он его вытащил? У него вроде в руке ничего не было. Бля, да вы чё, если он сейчас сдохнет, я просто охуею, серьезно. Я просто охуею. Да вы чё, серьезно что ли, блядь? Вы серьезно? Блядь, вы серьезно, он умер? Начало игры, какого хрена? Минус два! Минус два! Бля... Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Сука, он умер реально. Он, блядь, серьезно умер. Так, что мне выбирать-то? Отвези его в клинику. Давайте. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Да, я тоже подумал об этом. Хорошо. Как пожелаете. Сука, вы охуели, реально. Вы просто охуели, серьезно. Блять, он хотел, чтобы в его честь назвали коктейль, серьезно. И в этой же серии в его честь назовут коктейль. Тот, который он говорил, помните? Пиздец. Я просто, у меня нет слов. Ох, так, по копам что-то. Блять. Это просто... Это все, пацаны. Я просто даже... Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, под колокольчик. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие плейлисты. Смотрите этот плейлист по поводу нашего так тут. Жопа, ну ладно, это меня уже не интересует. Меня это уже не интересует. Серьезно, он сдох просто. Давайте еще раз посмотрим. Пиздец, он там лежит. Короче, всем пока.